Всем привет! Меня зовут Алена, и я прохожу курс «Цифровая ясность» в клубе Time to Motion. Почему я выбрала именно этот курс? Потому что я считаю себя творческой личностью и хочу изучить дизайн в сфере IT-технологий. А этот курс позволяет познакомиться с разными направлениями в дизайне и определиться, какой из них больше всего понравится и хочется дальше развиваться в нем и делать качественные проекты. Мой учитель Олег легко и доступно преподает материал, объясняет на простом языке сложные вещи, поэтому мои впечатления очень позитивные от знакомства с ним и метода его преподавания. Как новичок в сфере IT-дизайна, мне казалось, что это будет сложно научиться владеть разными программами и выполнять хотя бы простые задания. Но мои ожидания были неоправданными, и результат получился довольно хорошим, как для новичка. Благодаря Time to Motion я открыла для себя новую дверь в интересный мир под названием Motion Designer. И теперь с уверенностью могу сказать, что это не страшно, когда у тебя такие профессиональные наставники. Тем, кто хочет начать свою карьеру в сфере дизайна, но еще не определился с направлением, рекомендую клуб Time to Motion, где изучают программы, развивают навыки, становятся лучше. И это правильный выбор для твоего стартапа в сфере IT-технологий.